иду сейчас на встречу с ребятами из команды, они отправляются на соревнования. Ответственный день. Соревнования домашние, соревнования против лучших команд мира по Counter-Strike. И вдвойне ответственны, наверное, тем, что эта команда экспериментирует во многом, потому что дебют тренера в этой дисциплине, дебют одного из игроков, который должен себя проявить. Тебе надо было вообще, блин, молча уйти. Выспался? Да? Ну, сколько ты заснул? А его ВКонтакте? Ну, я вот где-то в 3. 3. Ты тоже в 3, да? Сейчас, блин, я только открываю глаза. Я сразу как пришел. Мы же через час. Да? 20 минут максимум. Ну, я принял душ. А? Так, ну и давайте вниз руки просто опустим так же. Это один из самых сильных ВП, он показывает. Играет очень агрессивно, заход на соревнования в Киеве, и сейчас играют команды-соперники на Нави. Нави же подготавливается к своему выступлению, они появятся на киберринге через несколько часов. Говорю к тому, что нам нужно немножко сенсу разбавить. У нас реально, нам понимать не то, что мы играем вместе мало. Какое-то четкое наивность. Вот, в этот момент и решает предложение каждого из вас. Видим уже на позиции, Кайе на карте. Мы до последнего не верим в состав, просто не потеет движение, я решил взорвать. Все видите? Мне понравилось брать на вон сладкий, да, на той самой точке, куда отправляется сейчас Топ-Файнер Петра, приступает к организации атаки на плен. Мадьяк, ты терпел к СИСПА, какая внимательная сила, вообще дьяволю, а? 4-3. That's how we do things. У нас же ничего не будет работать, не пар, тогда поэтому ждать. Не парится. Свои позиции, и могу сказать, что тяжело будет, наверное, Егору, потому что он дебютирует. Но посмотрим, и тренер как бы тоже впервые в этом качестве. Но остальные ребята попытаются им помочь. Домашние турниры и борьба за вот этот кубок. Соперники Нави, датская команда. Итак, друзья, хотелось, что вы будете стоять возле сцены и ждать, пока мы разыграем небольшое количество приятных подарков. Давайте это сделаем. Ручка, жетовидочка, там лазер, напишет, но вообще все... Большая ответственность, однозначно, большая ответственность. Хочет появиться на максимум. Получится, не получится, то есть все переживают вначале. То есть, он, конечно, не новичок в этой игре, но у нас это первая официальная игра. Я еще верю в то, что человек, когда попадает в жесткие условия, что мы играем не только в одну он игру, именно в жестких условиях, люди, при большой ответственности, как раз может показать свой максимум. Здесь
8 градусов. Ну, посмотрим, как это, чем закончится. Четвертьфинал по системе Double Elimination. Сейчас остается мечеть 2-3 ситуации. Оказалось, что хотя ничего сложного, а больше стрельбу. Я абсолютно боюсь, не знаю. Могу добавить. Но дело еще в том, что, опять же, 3 в 1. Не 1 в 3 даже, а 3 в 1. И... Ну все, остается только здесь допущен. 20-ку Эдвард выходит на контакт. Не успел, но все решает Зевс, который успевает вовремя прийти на помощь. В финальном счете становится 3-5, и, наверное, получает еще одно очко. Если бы не успел, то по возможности он выйдет на Зевса и... Сейчас я отправляюсь на финал турнира. Нави, к сожалению, туда не пробились. Они закончили свою борьбу еще в субботу. Причины этого поражения, ну, они, как по мне, в том, что, ну, команда играла с одним человеком, который был в стадии болезни, другой человек находился в стадии большого напряжения, потому что для него это был дебют. Ну и командные виды спорта, они подразумевают под собой большую слаженность. И, наверное, у Нави еще все впереди. В любом случае, хочу отметить, что новый игрок, как я успел изучить мнение болельщиков Нави, пришелся им по душе, и очень они хотели бы видеть Егора и дальше в составе Нави. В киберспорте очень маленькое расстояние между самим спортсменом и болельщиком. Они постоянно держат связь друг с другом в соцсетях. Но мне показалось очень тяжело спортсменам, потому что в других видах спорта есть дистанция, она больше. Это ни о чем не говорит. Они готовы его играть. Может, они играют. Опять же, начали за сторону защиты вчера. Знаешь, то, что он вообще выпад сделал, он показал, что он играет. Вот так он делает, что он становится 4-4, они снова играют. Я не соревнования Данил собирает болельщиков, которые собирают у него автограф. Сейчас перерыв в финале, и уже болельщики отправились к Ване Эдварду. Они тоже его окружили и просят автограф. Это хороший знак, это говорит о том, что команда остается любимой, несмотря на то, что проиграла домашний турнир. Интересно слушать, и причем, учитывая то, что турнир затягивается на несколько часов, то они не говорят всякую ерунду, а они говорят очень много интересных и веселых вещей даже порой.
кому достанется этот кубок за моей спиной, я уже узнаю, наверное, из интернет-трансляции. Финал затягивается по техническим причинам. Вот такой вот кибер-уикенд у меня получился. Я познакомился с этим спортом. И могу сказать, что мои впечатления самые приятные. Как от любого вида спорта. Здесь есть накал, здесь есть напряжение. Хочу поблагодарить команду за предоставленную возможность, за то, что мне удалось прикоснуться к большой семье. Семье дружной и семье очень дружеспособной.